Привет, привет, друзья! Вы на канале Белый Ежик, с вами Дмитрий, и с черной книгой под рукой мы с Василисой вернулись домой в избу деда Егора. Нам нужно получить некоторые ответы. Использовал нас дед Егор? Да или нет? Любит? Или нет? Права была пряха? Или не очень? И где, черт побери, носит деда Егора? В этот дождливый день, а? Где он может быть? Нет никого. Никого нет. На палатях тоже пусто. Куда же он подевался? Погоди-ка, в печи что-то есть. Такого никогда не было, чтобы мы вернулись, а деда не было. Это склянка. Купальская мазь. Скупальская мазь? С помощью особых обрядов и тщательной подготовки колдуны изготавливают мазь из купальских трав, позволяющую летать по воздуху. Усиливает статус регенерации. Зачем она дедушке? Летать. Дождь разгоняет. Эх, пораньше бы ее сделать. Тут почти пусто. Мне столько мази умений это не прибавит. Но взлететь еще смогу. А ты дома оставайся. С ней я живо его найду. Надо только дух перевести. То есть мы собираемся в полет, да? Собираемся в полет. Единственное, что перед полетом, я так понимаю, что нужно все-таки чертями заняться. Бессмысленная работа ждет Федора. И где еще она? Вот. А ты кто? Ты туда опять не того отправил? А? Эх, поторопился. Они так похожи друг на друга просто. Ладно. Ну ладно, помучаюсь немножко. Не привыкать мне, не привыкать. Пускай постоит. Пускай постоит. Статус порчи. Прошка. Что-то не знаю, Васька, хорошая ли затея одной идти. Так я быстрее дедушку найду. И сразу вернемся. Как-то мне тревожно. Может, ворожба у меня наконец проснулась? Прошка что-то тревожится, что-то предчувствует. А зачем нам его искать? Ну, вернется. Да ну, не выдумывай. Дождь какой-то мрачный. От него и настроение. Ну, ладно. Ладно. Собираемся в путь. Найти деда Егора. Вы вернули черную книгу. Осталось открыть последнюю печать. Вы отправились на поиски деда Егора, чтобы он помог разобраться с обрядом. А на обряд, кстати, приглашен и Александр. Чем-то, может быть, поможет. Одинокая могила, поле. Страшно идти, но надо, наверное, все-таки посмотреть, что это. Может, забежать к нему на могилку? Кому? А, подожди, господи, конечно, кому? Ай. К суженому своему, бывшему, в путь. Все никак не пройдет, не успокоится Василиса. Скоро расколется гробова твоя дощечка. Сама тебя с той доленьки до с того света вытащу. Все уже печатушки да открыла. Одна-то осталась. Да сколько уж сил я потратила, не пожалела. Сколько люду-то помогало мне. Один волком лютым бегал, пока не спасла его. А другого удалось от доли волчонка-то вызволить. Где я только не была. Какие дороги не исходила. Жалко тебе, Васька, прям не могу, а? Да что ж такое произошло? Чтобы добраться до твоей избы, без дверей да без окон-то. Вот и в деревне была. Какую из тумана-то вывела. Да по всей-то округе я обутки-то свои исхаживала, чтобы собрать обряд для цветка кочедыжника. В Чердыньграде встречалась с лютой векшицей. Икону очистила окаянную. Да от лихоманки болезни из корта вылечила. Для тебя цветок яркий. Свет солнца вырвало. Не нужна мне вестка-грамотка, чтобы вести эти до тебя-то донести. Сама доберусь. Подожди только. Ты не бойся, не кручинься ты. В воде умоюсь. Да и не будет чародейства за мною лютого. Про дядю Саву. В соседях у меня колдун жил, дядя Сава.
Черед пришел ему на тот свет собираться. Ох, и мучился он. Черти просто так уйти не дают. Племяш его Гриша наклонился над Савой, любил очень дяденьку, по голове погладил, тот и сказал: «Возьми себе, возьми». И по плечу хлопнул: «Гришенька, верни ему». Матушка закричала. Гриша хлопнул Саву по плечу: «Прости, дядька, возьми обратно». И снова Саву закорежило. Это черти вернулись. Взял тогда Гриша стакан, тонкостенный, из которого тот при жизни пил, налил в него воду святую и в печь под трубу поставил. Вода в стакане так закипела, кровью окрасилась. Сава затих, отошел. Это так душа его в святой воде искупалась. Грехи смыла, и в небеса ушла. Не знаю, что мне делать-то. Что про дедушку-то и думать. Где он сейчас? Кормилец мой батюшка. Что поделывает? Не поможешь ты из-под сырой земли матушке. И если он что недоброе задумал, меня то не остановит. И если он что-то недоброе задумал, меня то не остановит. Все-таки закрались сомнения у Василисы. Не буду у порога околачиваться. Не зря я печати отворяла. Сила во мне сейчас великая. Мне ее хватит, чтобы ты оказался со мной. Травница? Зайдем, зайдем. В купальскую ночь травницы собирают колдовские травы. Давно мы травки не прикупали. Дождь прям вот не могу, прям, ну, погода такая, настроения никакого. Витийство берем, витийство забираем, оберег. Уж слезы это не надо, порча на противника берем. Зачурать берем, заморочить тоже берем, витийство берем. Тихо. Там нормально с деньгами? Да вроде бы да. Это все забираем, царские очи забираем, это тоже. Броню уничтожим, если что, прикрыш возьмем. Ну, лучше дедовники, а плакун трава само собой. Ну, снимай с глаз, ну пускай будет, прикрыш возьмем, ладно. Всем противникам по три. Ну, значит, собачий гриб у меня есть, я не думаю, что я им буду пользоваться. Два есть, пускай и останется так, как есть. Кукушечных слез полным-полно, гусениц я у себя не держу. Упырями не пользуюсь, так что я думаю, что обойдемся. Ну, бывай. А мы идем в поле. Если я на поле-то взлечу, все, видно мне будет весь уезд Чердынский. Идем взлетать, нам нужен, наверное, разбег на поле. Полетела Василиса, ух, мазью купальской. Дед Егор увидел, а вот он. Что он-то такое стоит, закручинился? Дедушка, это ты? Почему ты не в избе нашей? Зачем сделал эту мазь? Ты мне ничего про нее не говори. Если нам она нужна для печатей, я и сама могла тебе помочь. Вместе бы... Василиса! Не знаю, смогу ли я. Что случилось? Что случилось? Как будто в тебя бес какой-то вселился. Я должен! Должен! Дедушка, ты что ж с тобой? Дедушка, что ты говоришь? Василиса! Осталась последняя печать! Пришло время вернуть мне черную книгу! Чего это? Что? Ну как же... Как же мое желание? Поверь, оно тебе не понадобится! Блин, ну откуда ж я могу, как я могу? Я не понимаю! Неужели все это время ты хотел забрать у меня книгу? Значит, пряха-то говорила правду! Ты ростил меня только, чтобы писяков было кому передать! И что с того? Будто ты сама этого не знала! Или не я тебя с пеленок научал, как быть колдуньей? Я всегда хотел для тебя лучшей доли! А зачем книга ему? Что он хочет? Главное, все используют Василису, да? У самих не хватает немножко открывать печати. А ты что? Буду обычной крестьянкой, замуж выйду. Ты будто и сама не видела, как эти бабы живут.
Да у них каждый второй ребенок-то приспанный! Дед, я прям тебя не узнаю. Ну не такой ты был, ну как так? Я тебя колдуньей растил. Без меня ты бы вообще пропала. Дедушка, я благодарна. Всегда буду. Но книга, ты же сам мне хотел с парнем моим помочь. Я лучше знаю, что тебе нужно. Ты меня всегда слушалась, а ли как? Вот и сейчас давай мне книгу. Не могу, дедушка. Оно и мне-то важно. Я должна его спасти! Не перечь деду! Не хочу тебя вредить, но книгу забрать нужно! Не на твоего никудышного парня желание надо тратить! У него что-то есть свое, какие-то мысли, поэтому... Дедушка, не шути! Не шути! Дедуся, дедуся, ты чего? Ты чего? Ты чего удумал-то? Ты чего удумал? Что ты хочешь? Хитрый, да? Хитрый, хитрый дед. Хитрый дед, поэтому не видно ничего. Стойкость порча не может быть под влиянием статуса порча. Травы не действуют, вечный. Колдун ходит первым, если у него меньше слов в заговоре, чем у вас. Дедушка, дедушка, успокойся, я тебя прошу. Вот прошу тебя, успокойся. Давай, может быть, знаешь что? Давай что-нибудь снимем с него, а? Есть у нас что-нибудь? А, подожди, как это? Что-нибудь, это не то, это все не то, это не то. Подожди, поглощение. Это снимает один вредный. Порча, порча. Где же... Где же то, что нам нужно? Вот. Боровяк. Слушай, боровяк, боровяк. Но этот боровяк прям не знаю. Может быть, подожди. Подожди, подожди. Давай без боровяка. Давай попробуем... Все-таки без боровика. Давай попробуем. Ну, чего? С глаз, конечно, да? Не-не-не-не-не. Подожди, подожди, подожди. Все-таки подожди. Давай, наверное, давай вот так сделаем. Давай так, чтобы мы... Сначала мы пошли, а потом он. Давай так. Дед Егор, ты меня уж прости. Прости меня, дедушка. Плюс 30 брони. Пошибка. Что за пошибка такая-то? Хитрость. В общем, смотри-ка, порчина теперь на него действует. Травы на него не действуют, но то ладно. А что за пошибка-то? Защита, оставшаяся в конце хода, носит урон владельца статуса. Да, у нас такого нет. Мы защиты не держим, дедушка. Хочешь меня бить, наверное, да? Дедушка Егор, дед Евлапич, ну что ж ты такое? Как же ты внучку-то свою, кровинушку, воспитывал, воспитывал всю жизнь, и вот тебе, да? Что-то задумал, что-то задумал. Ну, в общем, смотри, выбора-то у меня не было, да? Выбора у меня не было, отдать книгу или не отдать книгу. Просто сразу, сразу драчка. Ну ладно. Давай каркушки. Давай вот этого. И вот этого. Давай так. А, он же первый ходит, господи, он же первый. Ого, шарахнул как. Вот бы у меня шипы были, да? Вот бы у меня шипы были, дедушка. Что б с тобой было, а? Что б с тобой было бы? Моря глубины.
Так. Ну, давай так. Ты уж прости меня. Евлампович. Я уж думаю, я его все равно, но не доколочу. Не доколочу его все равно. Там с ума на него, порча на нем висит очень страшная. Очень страшная. Евлампович, сдавайся, я тебе говорю. Сдавайся, пока не поздно. Что ж ты делаешь, дедушка? Что ж ты делаешь? Ох, сейчас он ударит, и опять порча на него как наскочит, а? Как наскочит на него порча. Верни мне книгу, Василиса! Не... Не забывай, кто ее добыл! Она моя! Уже нет! Ты отдал ее вместе с бед! Конечно, ну и надо было им сам бы и шел. Науськали меня, значит, а потом сейчас давай... Книгу отдаваешь ты? Порча, конечно, погубит его. Погубит порча деда, погубит. Сто девяносто два. Дедушка, ну не надо бить меня так сильно. Ну что ж ты делаешь, а? Ну что ж ты себя губишь? 72 уже порчи на тебе. 72 порчи. А вот представь, если бы мне эта карта не зашла с самого начала, как бы мне было трудно, потому что травы на него не действуют. Ну, через глаз, может быть, конечно, мы что-нибудь... Что-нибудь, конечно, может быть... Он все защитку вешает, защитку. Сила Василисы просто, сила Василисы огромная. Ничего не сделаешь, абсолютно. Ну, нет, не я... Не хочу увечить тебя! Отдавай книгу! Ой, дедушка, я тебя добивать я не хочу. Я надеюсь, что этого не произойдет. Дедушка, хватит! Конечно, хватит. Конечно, хватит, Евлампович. Пора успокоиться. Пора успокоиться. Я даже бить тебя не буду. Хочу попортить тебя, дедушка. Отдавай книгу, и заговоры не понадобятся. Полетел, пошел на взлет. Ох, великая битва началась. Великая Хватит, битва. Хватит, дедушка! У меня от книги сил очень много. Я и сама не хочу тебе навредить! Не зазнавайся, внученька! Я тебе сколько раз давал нагоняй! И сейчас родительский долг что выполню! Да что ты, боже мой, никак я не успокоюсь! Я лучше знаю, что тебе надо-то! Открыть последнюю печать в черной-то книге! Думаешь, это что, шутки? Уж лучше я ее открою! Мне лет-то вон сколько! И так прощения нет! Может, он хочет защитить нас от чего-то? Какой же все-таки... Остановись! Я тебя прощу! И заживем, как раньше-то! Простишь меня?
думаешь, твой жених сам себя убил? Дедушка, не говори этого. Не будет тебе прощения, честное слово. Я все делал для тебя, о своем спасении не думал. Да. Не может быть! Только так ты бы стала колдуньей! Нет! Нет! Я так любила тебя и его! Но ты... Все порушил! Не, ну, дед Егор, ну ты что сделал, а? Что ты наделал? Положительные статусы нельзя снять. Так у него стойкость глаз, стойкость порча. У него стойкость глаз, стойкость... Да. Что, совсем, что ли, нельзя снять, что ли? Да ну это же будет вечная битва. Он сейчас броню на себя будет бросать. Я ничего не сделаю, положительный статус я не могу снять. Неприкасаемый. Неприкасаемый. Ни с глаз, ни порча. И что мне будет, что мне делать? 13 по 3. Я ничего не могу сделать. Я ничего с ним не могу сделать. На него ничего не действует. Вообще. Понятно, что мне нужно было бы, конечно, тогда сейчас колоду совсем по-другому строить. И чертей бы я бы сейчас других бы, наверное. Ну а что делать-то? Ну не будет действовать, даже боровяк на него не действует. А что снялось-то? Подожди, что снялось-то? Порча действовать стала? Серьезно, что ли? Так, сейчас проверим. Евлампович. Сейчас проверим. Главное, чтобы работало все. Главное, чтобы все работало, Евлампович.
хочет меня бить, сейчас он будет бить меня. Я ж не, я все равно не защищусь, ничего не сделаю. Эх. Ладно, давай так. Прикрыш сейчас возьмем. Что-нибудь. Хоть как-нибудь защититься-то от твоего удара-то. А ну-ка. Главное, порча. Если работает порча после боровика, это просто шикарно будет. Порча есть. Есть порча. Есть порча. Есть порча. Постой. Давай прикрыш. Ну, прикрыш нам мало чем поможет, но я хочу посмотреть, снимет что что-то, что-то снимется с него или нет. Защищено, не снимается. Боровяк снял. Только боровяк смог снять. Представляешь? Только боровяк. И порча пошла расти. Порча пошла расти. Порча пошла расти. Ну все, дедушка. Боровяк — это вообще волшебство получается. Волшебство. Складное. Надо, чтоб работало, надо, чтоб работало. Я как-нибудь перетерплю, я перетерплю. Только мне надо, чтобы терпеть, мне надо здоровье восстановить. А то как-то терпеть не очень. Давай еще что-нибудь съедим. Ну, теперь можно и потерпеть. Нет, дед Егор, все-таки ты зря. Зря вот это вот с парнем моим так поступил. Я этого не прощу, понимаешь? Это уже не простится. Не простится. Ладно я, ты мою душу погубил, так еще и его тоже. Ты понимаешь, что ты наделал, дед? Ой, что ты наделал, дед? Что ты наделал? Сейчас что-нибудь глотнем еще. А, так мы можем, на нас порча не действует. Паралич действует, правда. А, ладно. Паралич. Это не страшно. Почему? Я лучше знаю, что тебе впрок пойдет, Василий. Лучше. Так, слушай, это все хорошо, конечно, но мне надо что-то восстановиться немножко. Вот нечистый, прям не поворачивается язык про деда, так сказать. Бабах, бьет сильно, дед, бьет сильно, тоже маг такой суровый. Так, что ж мне делать-то? Давай что-нибудь такое. Нужно траву глотать, что делать? Давай
Прикрышь пока будем глотать. 42. Еще благодарна будешь, когда я верну книгу в башню. Очередное вранье. А я только тебе верила. Это да, это да. Хуже некуда. Хуже некуда. Все, дедушка, давай. Подбитый, сбили. Роги выросли. Да что ж такое с тобой, а? Что ж с тобой происходит? Дедушка, только посмотри на себя. До чего ты довел себя? До чего ты докатился? Проклятое колдовство берет свое. Хватит игр! Отдавай книгу! Вася, я могу все исправить! Что? Как? Как ты изменишь то, что наделал? Если бы не твое колдовство, все, все было бы хорошо. Я бы жила по-простому, как все в Вильгарте. Мне никогда не нужны были твои бесы. Ха! Плохо ты себя знаешь. Если бы не я, вильгардские отправили бы тебя на погост быстрее, чем бы ты сказала первое слово. Но полно, Василиса, полно. Знаю, ты никогда меня не простишь. Тебе и не придется. Своим желанием я оберну время вспять. Не будет ничего. Ни Прокопия, ни Тимошки, ни книги. Время вспять? Вот бы она не покидала Сухаревой башни! Но он хочет вообще просто вернуть до того, как он связался с этим колдовством. Тогда не будет ничего! Ни моих рогов, ни твоего горя! Ну, в этом есть что-то. Не верю! Нечего тебе за книгу держаться. Правда, что твой жених с писяками дело имеет? Проходит мытарство, небось. Скоро к Святому Духу отправится. И поэтому надо тебе книгу отдать? Да как же тебе верить? Придется, Василиса. Истинный облик. Вот тебе да. Слушай, ну я даже не знаю, вот. Я пока, ладно, до деда не смотрю, но... Блин. Ну есть же смысл в его словах, а? Только как поверить? Так, ладно, давай посмотрим, что, а то еще, может, и не дойдет до этого. Дюжи, то есть урон ограничен, да? Ну что ж, главное, что нету всего защиты от сглазов и всего остального. А где Прошка? Прошка, где мой Прошка? Ну, он сейчас будет... А, он сейчас первый не будет бить. Первый он не будет бить. Ладно. Ну, пока так. Шипы, 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 забыл шипы. Блин, шипы.
Вася, я не знаю почему. Регенерация? Ничего себе. Васечка, что ж мы наделали с тобой? Что же я наделал? Надо восстановиться. Ну подожди. Давай так. Ни в коем случае не так. Давай так. Ну и это надо будет. Пускай будет прокачивать. Да, ну. Так, 4 по 4 будет бить. Я не хочу, чтобы сейчас мне предоставился выбор выбирать, верить ему или нет. И дело в том, что я ему хочу поверить. А с другой стороны, кто бы себя так вел, почему он на меня нападает, а? Как я ему могу верить? Ну, получу ответочку, если ударю. Порча? Ого. Порча на меня надумал. Надо же. Ладно, подожди. У меня там цветочек аленький, поэтому порча никак. Никак порча не идет. Ничего не могу с этим поделать. Так, удвоить глаз. Давай, наверное, порча. Вот так. Он, конечно, восстанавливается, но, блин, уже, кажется, скоро не сможет. Уже скоро не сможет. Блин, да сколько всего. Давай это крепкое. Ладно, потерпим немножко. То 16 уже не вмещается. Не вмещается. Так надо что-то.
Так. Что такое? Что случилось? Это книга моя! Ты не человек уже почти, дед. Смотри, что грехи-то с тобой сделали. Видишь, урон нельзя больше 30-ки нанести ему. Дюжи. Ну, понемногу. Понемногу, по чуть-чуть. Блин, мне восстановиться надо. И порча 30 снимает. Плюс 24, правда. Слушай, надо вот этот положительный статус попробовать просто снять у него. Но боровяк использовать не хочется. Давай вот так снять положительный статус. Ну, набрасываю порчу, не набрасываю, ничего больше не идет. Ну, не бить же его все-таки, да? Пока шипы там действуют. Давай пока так. Шипы убрали, да? Ну ладно. Порча там уже запредельная. Порча. Так, давай еще положительный снимаем. По возможности, конечно. Это все берем. Это все складываем. Так, отлично. Ну, теперь все. Теперь все. Сейчас просто он восстанавливаться уже не будет. Хотя... А, нет, все. Сейчас он готовится снова взять это все, да? Ну что ж. Ладно. Нанести. Сейчас порча заберет 30. Из глаз забрал 30. Так, ну боровяк я не буду пробовать, потому что, ну это же не последнее, наверное, что мы встречаем, поэтому не буду пробовать. Сглаз, глаз. Складное, давай. Будем так потихоньку вытерзать, понемногу, потихонечку. Боже мой. Эх, Евлампович, Евлампович. Можешь ты плохо закончить, я чувствую, Евлампович. Так, ладно, чтобы карты сменились. Ладно, вот это возьмем. Завершить ход. Сколько у него там уже порчи, интересно, да? 176. С ума сойти. Ну,
не работает. Не приходит мне та карта, которая бы мне нужна, чтобы снять с него. Ну да ладно, что ж делать-то? Боровяк меня спас вообще прошлый раз. Просто спас. Не знаю как. Да что ты не придешь, то что ладно. Ладно, сейчас будет уже лучше. Сейчас будет немножко лучше. Восемь пришло. Порча придет и потом с глаз еще ударит, так что... Отрегенится, но уже не так. Осталось мало времени, Василиса! Адовые врата открываются! Обратно ее ты уже не получишь. Чтобы ты лишила нас единственной возможности! Никогда! Закричал он. Порча там 246 просто. Да где же те карты, которые мне нужны? Евлампович, сожженные кто? Ногти, господи. Блин, ну снова все не то, а? Ну снова все не то. Ну ты представляешь, что творится-то? Ладно, понемножку будем ковырять, а что делать? Не буду боровяк трогать, не буду. Да что ты будешь делать, а? Ладно. Давай так понемножку. Понемножку, по чуть-чуть. Да что ты будешь делать? Совсем не то, что нужно. Ох, ладно. Так, Евлампович. Так, так. Может быть, вот так, вот так. Жили же мы с тобой душа в душу, а? Дедушка ты. Эх, ты уже не дедушка, а же черт какой-то.
О, ничего себе, с колдун пришел когда. Да. Похоже, все. Мертвец получит достижение. Заморочить это всем. Вот это призор, это хорошая карта, наверное. Знаешь, ну мне хорошо, что мне не предоставили так делать есть. Выбор. Хотя, может, еще и все, и все. Дедушка! Права ты была! Силы в тебе многовато для беззубого колдуна! Я не жалею о твоем парне! Кому до него дело? А я для своей внучки сделал то, что должен был! Посмотри на себя! Такой сильной колдуньи еще не видела Пермская губерния, а то и вся земля русская! Я не хочу убивать тебя, дедушка! Полно! Делай, что должно! Я не слабачку растил! Не-не-не-не-не, я не хочу становиться на темную Иначе сторону. Иначе бы и не открыла ты печати, будь у тебя это хоть трижды на роду написано. Я готов повстречаться с пеклом. Всегда был готов. Оттаскают. Или бросят его в пекло. Ну, чего ждешь? Давай скорее, Васька! Пришло время открыть седьмую печать. Вот оно что. Да нет, 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 ну что вы делаете? Что вы делаете? Что вы делаете со мной? Зачем вы так? Сбросить Александра, сбросить деда Егора, сбросить книгу. Что же вы творите? Нет, нет, нет. Нет, 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 нет. Такого не может быть. Ну и что мне делать? Сбросить Александра? Нет, ну самое такое, это, наверное, сбросить деда Егора. Просто чтобы он очистился. Ну там же его черти просто замучают. А если я сброшусь сама, что будет? Сброшусь сама. Возьму и сброшусь сама. Я не убью тебя, дедушка. Не глупи, Василий! Я выбрала эту дорогу. Мне и печать открывать. Получено достижение достойное. Но не поднялась рука, наверное. Не поднялась. Я что-то думал, я вижу, что печать открывается, да? Я думал, что Василиса, может быть, погибнет. Блин. А если бы книгу сбросить книгу, да? И, может быть, просто оставить эту идею с возвращением там... Не знаю. Но очень хочется теперь посмотреть.
Это ад, да? Получается так? Ой, Вася, Вася! Я снова в пекле! Какой-то этот... При высоких этих погонах, регалиях, черт какой-то. Черт-то благородие какое-то. Да, я прям не знаю. Ну, я на этом немножко закончу, наверное, все-таки. Надо прийти в себя, Василиси. Спасибо, что смотрели, и пока-пока. До новых встреч. Пока.